Я очень люблю батат, сладкий картофель, он идеален для простых и полезных блюд. В этом рецепте предлагаю приготовить на его основе крем-суп. Для самого супа мы будем использовать только батат, вкус которого оттенят специи, а сверху добавим топпинг из брокколи и жареных грибов. Получается очень вкусно и просто, рекомендую обязательно попробовать. Ниже делюсь подробным рецептом, как приготовить суп-пюре из батата. Консистенцию супа рекомендую выбирать на свой вкус. Поэтому на этапе измельчания батата вливайте жидкость постепенно. Подготовьте все ингредиенты. Очистите и нарежьте батат на крупные ломтики. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок натрите на мелкой терке, шампиньоны на тонкие дольки. Батат поставьте вариться до мягкости на среднем огне. В конце добавьте специи и соль. Брокколи приготовьте на пару или отварите. Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте грибы и жарьте, пока не испарится вся жидкость. Посолите по вкусу. Добавьте грибы и жарьте, пока не испарится вся жидкость. Посолите по вкусу.